Сегодня мы находимся на площади перед Большим театром и рядом с памятником Карлу Марксу. Сегодня 23 февраля, 14 часов. Наша страна и все прогрессивное человечество отмечает День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации проводит возложение венков, торжественные мероприятия, посвященные вот этому великому празднику. Итак, YouTube-канал «Шнейлов Борис» ведет прямую трансляцию с торжественного мероприятия, посвященного Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.